Всем большой привет! Приехали мои долгожданные эквестрисы-приключенчеры. Так, давайте краткое вступление. Я их хотела очень-очень давно. Когда-то очень давно, когда еще были популярны форумы, я сидела на форуме Green Room, и там возили заказ Крамера. От Крамер, и там были просто шедевральные эквестрисы. Эквестрисы Пилорики Струб, Струбер Ньюс, много других. И дороговато было, особенно для начинающей меня. Тогда боялась я дорогих орхидей. И не заказала, а потом, когда, знаете, как созрела, девочка созрела, уже этот заказ не возили. Вот, и долгие-долгие годы я об этом всем мечтала. И вот со второй своей коллекции все-таки решила, что надо как-то это дело придумать. И я решила заказать и забрать на выставке в Дрездене орхидейной. Но так как у нас случилась история с коронавирусом, все это было закрыто, никто никуда не поехал. И большое спасибо Свете из Германии, любительнице дендробиумов, а нынче и хищных растений. Обязательно в описании к видео ссылку на ее канал оставлю. Она помогла мне. Она согласилась, чтобы ей прислали эти эквестрисы и что она мне их перешлет. Но опять-таки случился коронавирус. И к ней они приехали и закрыли все границы. И большое ей спасибо за то, что она все это время о них заботилась и даже пересадила их с меня. Ничего не знаю как, но обязательно вышлю как благодарность. Вот. И большое спасибо Диме Архамане и Лёше у нас в Украине, потому что с помощью них эти орхидеи такие из Германии добрались до меня. Всем огромное спасибо. Такое приключение, такая радость. И давайте уже наконец-то достанем их, потому что я тут уже вся не могу, не могу. Ой, класс. Так. Все надо аккуратно распаковывать. Так, это... Так, это уплотнитель. Я всегда очень боюсь быстро распаковывать, потому что всегда могу что-то где-то повредить. Это еще один уплотнитель. И вот они, красоточки. Боже, боже. Так. Так, 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 так. Ох, их там 5 разных. Да. К счастью, Архамана нет предела. Правильно всегда говорят, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Так вот друг другу помогаем. Так, не убегай, цветоносик. Носик аккуратненько размотаем. Ох, так, Светуль, спасибо. Обалденная упаковка. Цветоносик доехал, доехал целый. Даже вот цветочек немножко примялся, но он целый. Класс, все супер. Вот такие буськи. Я вот это снимать пока не буду, просто их распакую. Это уже потом наедине сниму. Боже мой, это прекрасный. Так, вот она, теплица. Так. И вот он, Фаленопсис эквестрис Струб Ньюс. Так, мечтулька. Этой мечтульке очень много лет. Я у Светы в комментарии писала, сейчас не помню, я тогда, когда заказывала, просто посмотрела год, когда я об этом мечтала. Смотрите, какая красота, какой пилорик. О, и, в общем, я тогда посмотрела и написала, и сколько лет я хотела и ждала эти орхидеи, и, наконец-то, у меня появилась возможность. Сейчас не хочу соврать с датой, но много лет. Вот. С учетом того, что 2 года. Ну так, в 2016 у меня был перерыв, в 2018 я начала. Больше 5 лет я мечтаю уже об этих орхидеях. Обалдеть. Ох. Я надеюсь, я тут на радостях все-таки еще сдерживаюсь, не сильно громко говорю в микрофон. Что есть у меня такая привычка, я начинаю очень громко говорить.
Ой, ты боже мой хороший, посмотрите. Так, повыше, повыше. Какой малыш, какой он классный, растет. Я, наверное, Свете буду благодарна. Так, это надо будет почитать и подписать в переписке у нас с Алексом из Крамер Орчардс. Кто это? Да. Поехали дальше. О, так. Так, так, так. Ой, цветоносик, привет. Орешки хорошо видно. И вот такой растет. Ну, не знаю, дорастет или не дорастет. Наведись, пожалуйста. Не хочет наводиться. Даже так не хочет, но он живой. Он растет. Смотрите, какая маленькая прелесть. Какой шикарный загар на листьях. Супер. Света хорошо заботилась об этом, обо всем. Так, ну все. Фокус ушел и обещал вернуться. Вот он. Так, это Эквестрис Струп. Очень интересный тоже товарищ. Я постараюсь в этом видео обязательно вставить фотографии, которые у меня есть по этим эквестрисам, чтобы показать вам, как они выглядят. Так. Ой-ой-ой. Зачем нам ножницы? Надо все так. Так, ну тут тоже с цветоносом. Светулька очень классно, спасибо, замотала. Такие мягкие штучки. Цветонос тут засохший. Так, значит, будем ждать следующего. Класс. Классные товарищи. И это называется вот так. Наводись. Так, ух ты ж. В общем, это Софи Аква Софи. Очень интересная штучка. У меня... должны быть на компьютере фотографии. По идее, поищу и буду вставлять сюда в ролик. Возможно, не всех найду. Возможно, не все фотографии у меня сохранились, но все, что найду, все вставлю. Так. Ой, красота, красота, красота. Он такой супер-пупер товарищ. Красавчик, все растет. И вот такой эквестрис, форма Квинии Струп. Ну что ж, осталось теперь не оплошать, хорошо за ними ухаживать, дождаться цветения и поделиться, как они процветут. Еще раз хочу сказать, ребятки, огромное, преогромное вам спасибо за помощь вашу. И, блин, реально, это так классно. Я такая счастливая на самом деле. Сегодня будут танцы на радостях. Всем большое-большое спасибо за участие. Если вам нужна моя помощь, я постараюсь вам помочь. Если это будет в моих силах, обращайтесь. А всем, кто смотрел, большое спасибо. Смотрите описание обязательно к видео, там будут ссылочки. А и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.